«Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Итак, друзья, доброе утро. Это телерадиоканал «Страна-ФМ». Здесь практически тот же состав. Никита Некрасов, Валерия Майорова. Но появилась наша гостья, которую мы анонсировали. Телеведущая, красавица. Девушка огромных талантов, неимоверной красоты. Дильбар Фазиева. Да, это тот человек, который говорит вам с Первого канала ежедневно. Доброе утро, страна! Я рада приветствовать и ваших тоже зрителей и слушателей. Доброе утро. Ох, доброе утро звучит теперь более фирменно. Ну вот... сразу такой первый вопрос, который всех-то мучает. Как вообще можно попасть на Первый канал? Это не мы с Никитой спрашиваем ни в коем случае. Это просто такой момент, насколько это реально. Ты сейчас подмигиваешь, Лер, подмигиваешь, да? Нет. Насколько это реально вот так вот просто прийти? Это не мы сейчас, Никита, спрашиваем. Нет, ни в коем случае. Кастинг, был кастинг. И сколько человек было? Года 3-4 назад. Я не знаю, сколько там было человек. Там, я думаю... тысяч несколько анкет они просмотрели, но вот как-то повезло. Ну, а прям анкеты или нужно было прийти, как-то впечатлить, сначала спеть анкеты, песню? Сначала анкеты со ссылками на какие-то работы, а потом уже был, как это называется на телевидении, тракт. То есть пробная запись, которая, собственно, наверное, все и покажет. Вот я точно знаю, что сначала, до того, как ты попал на Первый канал, ты же новости вела. Да. Получается, что это два разных формата. Сначала ты сидела с непробиваемым лицом, а тут, хе-хей, доброе утро. Не было такого, что нет-нет, а хотелось в старой манере вести? Ну, во-первых, долго учились на то, чтобы читать ровно, без эмоций, без особых, да, личных каких-то... настроений. А тут надо было делать все абсолютно наоборот. То есть нужно было, наоборот, выключать вот этот ровную читку новостей и добавлять эмоции. Вот мне было сложно, потому что я все время их себе приглушала. Ну, мы об этом, обо всем поподробнее еще узнаем. В нашей группе «Страна FM ВКонтакте» есть специальная тема, где вы можете задавать свои вопросы нашей гости. А мы с удовольствием все их озвучим. Да? И скоро вернемся после Мити Фомина. Я на волоске, как ты. Где и с кем? Может, ты не сама. Надпись на песке, статус в поиске, сводишь меня с ума. Она, как радуга близка, одна, временно далека. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Букет и костюм. Пахнет свежестью, штормит в голове. Ее нежностью, моей робостью полон весенний день. У нас нет дыма без огня. Сейчас ты позовешь меня. А ты мне опять улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Улыбаешься, а у меня сердце болит. Зачем же ты мне так нравишься? К тебе тянет словно магнит. А ты мне в ответ улыбаешься, а у меня сердце горит. Но как же ты мне сильно нравишься? Я болен, я ранен, я так безнадежно убит. Утро страны.
на телерадиоканале «Страна FM». Да, действительно, это «Утро страны». Здесь в студии Никита Некрасов, Валерия Майоров и наша прекрасная гостья Дильбар Фазиева. Это ведущая Первого канала. Утро! Доброе утро. Доброе утро. Мы с вами утренние коллеги. Да, утренние коллеги. Но вот насколько я знаю, да, что вы не каждый день встаете так рано утром. Да, не каждый день, потому что это было бы невозможно. Мы работаем практически сутки, наша смена, потому что Дальний Восток просыпается в 9 вечера по Москве, и для них мы работаем из студии в Останкино. То есть, да, с 9 до часу эфирим на Дальний Восток сначала. Это наша первая орбита. А потом мы спим буквально сколько? С часа до 4. Там есть место специально отведено. У каждого свой диванчик. У нас есть комнаты для отдыха, там раскладушки, сменное постельное белье. В общем, все для пары часов сна. Вот это сервис на работе. Нам бы туда раскладушку. Молчи, молчи. Ты уже про Первый канал сказала. Хватит, достаточно на сегодня. Ну ладно, молчу. На самом деле, я бы была рада поехать домой и поспать, если бы было время, но приходится спать несколько часов, а потом просыпаться, и с 5 до 7 работаем снова на Москву в прямом эфире, а с 7 до 9 работает передвижная телевизионная студия. Может быть, вы ее где-то видели, да, в Москве. Вот где парк Горького, да? Нет? Она постоянно перемещается. Да. Вот сейчас она как раз стоит в парке Горького. А я так и знала, я потому что когда увидела и думаю, знаете, что первым делом подумала? Думаю, ладно, мы рано утром стоим, мы хоть в помещении, а они в платьицах летних дрожат, плюс 12, рано утром, бедненький. А я вот немножечко хотел бы так откатиться в прошлое. Я знаю, ну, мы готовились к эфиру, что ты раньше тоже вела что-то давным-давным-давно. То есть со школьных лет это все начинается. На радио ты имеешь в виду? Да, я первый раз попробовала на радио, потом как-то все это затянуло и поступила на журфак. У нас началась практика, я выбрала телевидение, я говорю, мне нужно что-то еще посложнее. Я не хочу ограничиваться только голосом, текстом. Вот. Потом началась, да, вот практика, и там тоже была утренняя программа, где я сначала начала делать репортажи, какие-то сюжеты про цветы, про то, как их сажать, за ними ухаживать. Ну, давайте послушаем прекрасную музыку «Дорога в облака», группу «Браво», и скоро вернемся к нашей гости, да? Да, давайте. Я хотел бы ветром быть и над землей лететь, к солнцу в снегах. Я хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высоко и так близко. Дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой, даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высоко и так близко. Дорога в облака. Как ветер петь и над землей лететь, но так высоко и так близко. Дорога в облака.
«Утро страны» на телерадиоканале «Страна FM». Хватит уже музыку впускать в эфир. Давайте гостью впустим. Дербай Фарзиева у нас в гостях. Не выговариваю, прости меня, пожалуйста. Можно просто Диля? Диля, у меня, в общем, с утра с дикцией очень плохо. Не знаю, как я работаю. Просыпается попозже дикция. Так, когда уже Лера отсюда уходит. Да. Но как мы работаем с утра, я сама иногда не понимаю. Ну, на каком-то автомате, да? Да. Вот ты мне скажи, открытая студия. Это ведь такой момент интересный. Там ведь куча интереснейших персонажей может появиться во время прямого эфира, допустим, рядом с тобой. И появляется, да. Ну-ка, давай историю, давай. Но в основном люди какие-то дисциплинированные, мне кажется. Они не стараются влезть в кадр, ждут, пока мы закончим подводку, потом подходят, фотографируются, желают там кучу всего хорошего. Ну, поэтому пока таких прямо вот случаев не было. А есть ли кто-то, какие-то люди, которые отгоняют? Ходят и отгоняют? Ну, редактор, прям наверное. Специальных людей нет. У нас есть администратор, который следит за тем, чтобы, да, кто-то не ворвался просто в кадр, а охраны, то есть каких-то прецедентов таких вот не было. Ну как же не было, подождите. А как же вон та история знаменитая про кроссовки на ВДНХ? Что там? Нет, так это было за кадром. Я переобувалась для того, чтобы там нужно было скакать на прыгалке. Научиться правильно. Оказывается, это целый спорт профессиональный. А мы даже... Серьезно? Я вообще не догадывалась. Вы знали об этом? Нет, я не знал. Мы не прыгаем, честно говоря, да. Вот. И я переобувалась для этого. Сняла, естественно, каблуки, надела кеды. А потом после эфира снова... Ну, после этого сюжета я снова вернулась, встала на каблуки, но потом я не обнаружила свои кеды. Мы всей съемочной группой искали по ВДНХ вокруг. А кеды хорошие, небось, были? А кеды личные были? Личные, конечно. Клептоманы, поклонники клептоманы. Граждане, верните кеды человеку. Мало ли, может, я их так и не нашла, уже нашла им замену. Ну ничего. Не анонсируй, а то придут. Да, лучше не хвастаться. Так, ну что, мы о поклонниках поговорим еще чуть-чуть попозже. Сейчас давайте послушаем Дмитрия Маликова, который о листе о чистом поет, пишет он на нем или что-то еще делает. Послушаем, посмотрим. Ну и скоро вернемся в студию. Все, что было, больше не вернешь. Сердце пусто, вместо чувства в нем осталась ложь. И казалось, не осталось верного пути. Выбор сделан, ты б хотела навсегда уйти. Навсегда уйти. Навсегда уйти. Из чистого листа. Опять начнешь сначала. Звоню в последний раз. А голос мой сотри. Из чистого листа. Нам когда-нибудь. И, возможно, даже можно сердце обмануть. Душу раня, вновь на грани, уходить скользя. Можно все начать сначала, но вернуть нельзя. Из чистого листа. Опять начнешь сначала. Звоню в последний раз. А голос мой сотри. Из чистого листа. И снова все сначала. Закончилось про нас. История любви. История любви. История любви. Из чистого листа. Опять начнешь сначала. Звоню в последний раз. А голос мой сотри. Из чистого листа.
«Утро страны» на телерадиоканале «Страна FM». «Утро страны» продолжается. Я тебя опередил. Я просто пытаюсь реабилитироваться. Дильмар Файзиева, телеведущая Первого канала, у нас в гостях. Молодец. Реабилитировавшаяся. Корабли лавировали, я смогла. Валерия Майорова и Никита Некрасов. Диль, начали про интересную такую тему немножечко. Поклонники. Есть какие-то поклонники, которые прям поражали твое воображение? Миллион алых... А я хотела хороших каких-нибудь посмотреть. «Миллион алых роз». Может быть, я не знаю, предлагали тебе купить кусочек луны. Кто тебя поразил? «Миллиона алых роз» не было, но какие-то цветы присылают. Обычно оставляют у администраторов на проходной. А письма пишут? И письма пишут странно. В основном сейчас, конечно, все перешли в соцсети, и иногда это очень устрашающие письма. Я почему спрашиваю? Потому что у меня на одной из работ был такой случай, что писал назойливый поклонник, и потом в одном из писем сказал: «Выходи за меня замуж, я к тебе приеду». Тебе? Не мне, а моей коллеге, девушке. Девушке и коллеге. Нет, ну мы что испугались. Не пугайтесь, не пугайтесь. Все, у меня все нормально. Хорошо, что мне девушки не пишут «женись». В общем, и человек реально приехал. Мы выходим с работы, спускаемся по ступеням крыльца, и там стоит такой с букетом цветов. Еле, в общем, молодой отмахались. Молодой человек с трясущимися руками. Да. Но он потом на другую девушку переключился. Да, ему отворот поворот, он переключился. Такие, знаете, неветренные, да? Ветреные, у меня был один постоянный, но тоже ничего хорошего, да. Даже там пришлось разбираться, у меня всякое разное с милицией. Я просто, у меня есть любимый человек, поэтому я всегда об этом говорю, и, видимо, это отпугивает. Это держит их. А вот молодой человек, он как-то ревнует к поклонникам, которые видят тебя на экране и восхищаются твоим талантом, ну и, конечно же, внешними данными. Он как-то совсем не ревнует, видимо, он уверен в себе. Молодец. Замечательно. А я вот хотел спросить про детство немножечко. Сразу же ли у тебя в голове, вот когда вдруг ты начала задумываться о том, куда же дальше пойти, сразу же ли была мысль в голове пойти вот именно там радио, телевидение, куда-то туда? Или же были варианты какие-то? Ну, конечно, были варианты. Какие? Это обязательно родители, которые говорили: давай станешь врачом. Есть в кого стать врачом? Нет, в кого, просто они очень... По статистике все родители хотят, чтобы дети были врачами, чтобы в семье был хороший медик, вот так вот. Это Да, ну, это для девушки почетно считается, мне кажется, да, чтобы она в белом халате спасала жизни. И какой же ответ был родителям? Сначала согласилась. Это репетиторы и химия и все такое. Я сейчас понимаю, кстати, абитуриентов. Желаю им удачи. И главное не волноваться, потому что если волноваться, можно ответить на все неправильно. Хотя сейчас ЕГЭ, да? Да, ЕГЭ, но меды, они такие, как бы обязательно надо что-нибудь дополнительно сдавать. Я вот на психфак не попал, потому что математику надо было сдавать. Удивительно, удивительно. А я для логики, наверное. Слушайте, давайте-ка сейчас я... Но было много всего, а в итоге все равно не смогла отказаться от того, что хотела. И они тоже приняли этот вариант. Это прекрасно. Давайте послушаем песню про Воланчик. Ты знаешь такую? Да. Знаешь? Отлично. Ген Дузина «Инвинция» специально для тебя. Сегодня классный день, я это знаю и наблюдаю, а ты играешь в бадминтон. Ну подойди ко мне, давай сыграем. Когда сыграем, ты скажешь тихо шепотом: ой, когда окажемся вне зоны риска, я над собой потеряю контроль. Когда луч солнца опустится низко, я заберу тебя с собой. Пьяное так ярко слепит, но я заметил твои красивые глаза. Футболка рваная белого цвета, и незаметно ты подошла ко мне, сказав: ой, когда окажемся вне зоны риска, я над собой потеряю контроль. Когда луч солнца опустится низко,
эфира «Страны» на телерадиоканале «Страна ФМ». Да. Ну что, веселая песня? Ты снова легкая. Будешь реабилитироваться? Ну, и все уже знают, что у нас в гостях Дильбар Файзиева, ведущая Первого канала. А мы хотели вот про оговорки. Да, ну с каждым бывает, но все равно это ведущая. Как это? У ведущих всегда такое бывает. Вот не реабилитировался. Да что ж такое? Это ведущие и ведущие. Да, ведущие и ведущие, да. Бывали у тебя какие-то такие оговорки в эфире, после которых прям... Да, их было много, но почему-то сейчас ничего не приходит в голову. Ну за что-то правильно, отчитывали тебя? Надо держать в тайне. Ну, чего? Не было оговорок, не было а никогда. А то источник забудется, а слух останется. Вот так и делается, как бы это вот эта черная волна пиара. Раз и пошло, и громкий заголовок. А я вот о чем хотел спросить. Мы вот прямо до того, как ты к нам приехала сюда в студию, мы разговаривали про кино. Мы разговаривали про кино, а тебя я хочу спросить не столько про кино, и в том числе про кино. Когда появляется свободная минута? Чем ты занята? Ну, вот в повседневной хожу. Жизни. В кино ходишь? Как минимум раз или два в неделю. Чем еще? Вот, чему чем посвящаешь еще? Свободное время? Йога. Да, сейчас активно занимаюсь. Очень много времени провожу на кухне. Готовлю разные блюда. И у нас с молодым человеком есть цель. Мы хотим собрать самые лучшие, самые вкусные рецепты всех народов мира. То есть такая поваренная книга международная. Да, и будем делиться потихонечку. Класс. С нашими... Подписчиками в соцсетях. Подписчиками, да. Слушай, а я знаю, что ты вегетарианка. Я думаю, что многим будет интересно, да, потому что там будут блюда и вегетарианские, и для мясоедов. А он мясоед? Да. Ох, как вы находите. Прекрасное сочетание. Он любит съесть стейк. А ты такая, ну нет, я яблочко поточу. Я себе готовлю много всего вкусного, и он даже соблазняется, говорит, ладно, я сегодня буду мясо, я попробую. Сделал одолжение. Слушай, ну насколько я знаю, ты ведь и боксом увлекаешься. Увлекалась. Все, завязала с этим? Да, завязала. Не хочу говорить об этом. Страшно за внешность стало? Ну да, это серьезные все-таки травмоопасно. Серьезные спарринг-партнеры попадались? Ну, партнеры были на самом деле не страшные, потому что мальчики обычно жалеют девочек, и они даже не держат защиту, ну, опускают руки. Ну ты знаешь, я давным-давно занимался дзюдо. И мне в спарринг-партнеры, вот после того, как прошла теория вот этого там, вот это как там, вот это все, мне в спарринг-партнеры дали девушку. И дзюдо на этом закончилось. Все? Она меня шваркнула головой от татами, вот так вот я под прямым углом вошел. Ну потому что ты расслабился, и потому все. Что перед тобой была девушка, и ты не собрался. Растаял, да? Да. Так, она, наверное, была симпатичная, глазки были. Она была с косичкой. Это последнее, что я помню. Так, а вот все равно, какой-то навык получила, ну, я имею в виду, от бокса. Если вдруг какой-то хулиган тебя достанет, сможешь поставить? Да, конечно. Я знаю несколько приемов, которые можно всегда применить. На Никите можно? Я боюсь, его и так уже потрепали. Конечно, конечно. Это было давно, но сотрясение периодически дает о себе знать. Так, а рисование? Рисование, да, сейчас возвращаюсь к этому. Как раз в наших заметках это все тоже будет использовано. Я делаю такие разные фаны. Ну, то есть можно смело сказать, что вы запускаете авторский проект. Да, кулинарный. Кулинарный, кулинарно-путешественнический даже будет, верно сказать. Ну, давай, побольше расскажи, где найти, что посмотреть, как там. Ну, пока все это разрабатывается. То есть на стартовом этапе каких-то тизеров нигде найти нельзя? Пока нет. Но зато нужно следить за Дили в соцсетях, и вы все узнаете первым, правильно? Да, пока мы путешествуем и собираем рецепты. Вот. Ах, а какое самое вкусное блюдо? Ты пробовала? Ну, вегетарианское. Ну, много всего вкусного. Вот первое, что приходит. В Израиле хумус, фалафель. У нас в Узбекистане есть плов, но я его адаптировала под себя, я готовлю вегетарианский тоже. Между прочим, с желтой морковкой. Да, со всякими сухофруктами. Мы еще не завтракали. Пощадите нас, давайте послушаем. Я вообще-то тоже, да, Джак Халиба и Маквин на песню про Лейлу и вернемся. Да. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла Ло, неземная Лейла Ло. I'm
твое платье цвета голого заката. Дарит мне мотивы, что поет моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум. Напевая день за днем. Неземная лейла ло. Мы оставим наши чувства далеко за кадром. Берег обнимает потихоньку прибой. Я обниму тебя на фоне голого заката. Моя лейла ло. Нежная лейла ло. Утро страны. На телерадиоканале «Страна ФМ». Утро страны продолжается. Здесь на телерадиоканале «Страна ФМ» Валерия Майорова, Никита Некрасов и наши гости. Прекрасная, очаровательная... Диля. Можно просто Диля? Диля, вот все-таки про блог не дает мне покоя. Ты сказал, что там еще и путешествия будут. То есть вы, ну, просто методику понять, отправляетесь в некое путешествие. И там вы снимаете видео, делаете фотографии. Делаем фотографии. Во-первых, пробуем. Все пробуем. Дегустируйте. Да. Раскладывайте на составляющие. И все, что нам понравилось, мы потом собираем воедино. Иногда расспрашиваем шеф-поваров, ресторанов, заведений, где нам понравилось. Ну, еще чтобы я так... они поделились все-таки рецептом. И тем более, если это не для их страны, я думаю, они не будут скупиться. Да-да-да, потому что так-то конкуренция, ого-го, в этом деле какая. Слушай, а помимо рецептов, что там можно будет найти в этом блоге? Разные истории о том, почему, например, в этом регионе едят больше сырых там, фруктов и овощей, например, в Азии, или почему, например, в Израиле любят нут и блюда из подобных продуктов. Я вот просто вспомнила, что я попробовала нут, и мне вообще не понравилось. Вот не мое. Ну, может, просто неправильно ты был приготовлен. Просто еще не пробовала нут по рецепту Дили. Да, конечно. Как только появится вот этот проект. Слушай, ну поесть мы завсегда. На самом деле, знаешь, вот мой молодой человек тоже очень не любил баклажаны. Вообще никогда. Но когда он попробовал мои, он сказал, я баклажаны раньше не ел. Так, значит так, мы ждем презентацию проекта. Мы очень надеемся, что там будут кормить. Мы, да, соберем для вас лучшие рецепты. Отлично. Так, а еще знаешь, какой вопрос у меня? Вот у тебя совершенно, ну, сногсшибательная внешность, да? Я думаю, что не первый раз ты об этом слышишь. Ты... От девушки это вдвойне приятно слышать, оказывается. Ну, а что, я всех хвалю. Мы просто готовились, распределяли. Нет, ну почему не восхититься красотой? Не надо, я верю. Я верю, что она говорит правду. Конечно. Скажи, не подходит. Я подтверждаю. Лера с такими глазами не может не говорить правду. Я тебя сейчас укушу. Продолжай. Хотел спросить, не бывает такого, что к тебе подходят на улице там продюсеры или, может быть, даже режиссеры и говорят, слушай, ну это телевидение, пойдем в кино. Нет, вот таких историй я... А пошла бы? У меня в жизни не было. В кино пошла бы, но важно, чтобы был хороший сценарий. Например, вот кого хочешь сыграть? Ну, что-нибудь драматическое, что-нибудь такое сложное, непростое. А женщине непростой судьбы? А у кого? Вот есть ну, ли... не обязательно. Режиссер, который вот прям... Вот я бы пошла к Никите Михалкову. Ну, вот конечно. Такое. Есть такое? А, да, все, конечно, я прям да. В точку попал? Да. О. Ну, и есть несколько западных тоже голливудских режиссеров, предложения от которых я бы приняла. Ну, например, приняла. Оливер Стоун. Теперь туда. Все, понимаешь, Оливер Стоун уже свое дело сделал. А сколько языков ты знаешь? Четыре. Четыре языка знает человек, вот так? Тогда, значит, в четырех странах может Диля сниматься. Одри тату подвинешь. Да. Давайте послушаем Максим с песней «Не отдам» и скоро вернемся в студию. Да. Держишь его руку, знаешь, как в секунду просто так теряют лучшую подругу и уже не больно я тебя теряю, я тебя не знаю, не прощаю. Ждешь в глазах моих печаль, прошло, не мечтай, знаю, любишь его и тебя мне не жаль. Раз не видишь по глазам, читай по губам, знаешь, я его никому не отдам. Было небом пополам и звезды к ногам, разве знала, что ты за ним по пятам? Все читаешь по губам, учись по глазам, я тебе его никогда не отдам.
взгляд сердце разбивает. Так-то я клянусь, тебя забыть он будет рад, когда я улыбнусь ему в глаза, очнусь и на последнем вдохе отвернусь. Ждешь в глазах моих печаль, прошло не мечтай, знаю, любишь его, и тебя мне не жаль, раз не видишь по глазам. Утро страны на телерадиоканале «Страна ФМ». У нас сегодня утро еще более солнечное, потому что солнечная ведущая Первого канала Дильбар Фазиева. А я бы сказал, еще более доброе утро. Еще более доброе. Ну, хорошо. Еще добрее. Слушай, ну вот ведь ты приехал покорять Москву совершенно одна, да? То есть родители у тебя остались в своем родном городе. Были какие-то такие моменты, когда не очень верилось в успех, хотелось обратно к маме? А ну и это все. Ну, знаешь, не было цели как таковой покорять Москву. Я приехала поступать в университет, продолжать учиться. Ты знаешь, когда получилось, я поверила в свои силы. Я поступила. То есть все случайно? Да, я поступила на бюджет, и я была очень рада. Я сразу начала тоже искать какую-нибудь работу по профессии, нашла, и как-то все сложилось хорошо. А вообще, вот ты же такая вечная студентка, ты все время любишь учиться, ты как только прекращаешь, начинаешь вновь. Да, так получается, вот уже 11 лет в университете. Как-то так. Что с ума сойти. Перечисли, что у тебя за профессиональный там профессорский? Два магистерских диплома, тоже журналистских. Один в Ташкенте я получала, один здесь в МГУ. И сейчас аспирантура, где мы пишем исследовательскую работу как раз по имиджу ведущих утренних. Вот умная и красивая. Вот так мы вот. Как-нибудь там подпадаем под имидж утренних ведущих. Мы вне категории вообще. Вас тоже можно включить. Диля, как начинается твое утро, вот все дни, когда ты встаешь на эфир на заре? Что ты делаешь? Ты бредешь бессознательно, вот так вот глазки промакиваешь и садишься в такси, едешь? Или у тебя пробежка? Нет, какая пробежка? Мы встаем иногда в 3, иногда в 4. А я всегда готовлю вещи вечером, чтобы они вот у меня уже стояли готовы. Вот правильно, я тоже так же делаю. Потому правильно. Что невозможно Конечно. С утра разобраться, и можно прийти в том же, в чем был вчера, например. А еще есть люди, которые спать хотят в этой же квартире, да, они-то встают в 8, допустим. И вот, исходя из этой подготовки, есть ли какой-то вот для наших слушателей и зрителей рецепт до доброго утра. Хорошего на самом настроения. Деле, да, нужно просыпаться с стаканом теплой воды. Оказывается, именно теплая вода пробуждает все органы. И сразу хорошо и весело? Ну, не то чтобы весело, но, по крайней мере, просыпаешься. А настроение, я думаю, зависит только от того, как всегда ты себя хорошее настроишь. Настроение? Бывает иногда не очень. Но ты... Ну, я приезжаю на работу, а у нас там такие коллеги, что... Что настроение взлетает тут же до небес. Хочешь, не хочешь, а приходится. Слушайте, как быстро пролетел час, прям даже прощаться. У нас классный получился тандем, правильно? Тандем, это когда трио. Трио. Ну ладно, я... Моя, твоя, понимаете. Тандем у вас хороший, я так понимаю, всегда. Да, я красивая, но не сильно умная, нормально. А я просто бородатый. Давай прощаться, все нормально. Спасибо вам большое. Спасибо. Мне было очень приятно начинать это утро вместе с вами, вместе со страной. Приходи обязательно еще. Спасибо большое. У нас в гостях была великолепная, потрясающая ведущая. Дильбар Фазиева. Доброе утро на Первом канале, да. Пока-пока. Всего хорошего. До завтра. До свидания.